Super Kids вместе со всеми небезразличными одесситами устроили большой праздник для воспитанников областного приюта «Светанок» для детей, лишенных родительской опеки. И какой праздник без Снегурочки и Деда Мороза? С ними веселее участвовать в конкурсах, танцевальных разминках и увлекательных играх с импровизированными снежками. Не обходится и без проверок на ловкость и выносливость. Ребята легко справляются даже с самыми необычными заданиями. После всех конкурсов и веселого хоровода можно заняться творчеством в гончарной мастерской. Ребятки, сегодня мы будем с вами делать вот такую новогоднюю открытку. У всех получится, не переживайте. И действительно, под чутким руководством сотрудников детского центра «Кадор Kids» у ребят все получается. Такие бумажные ели станут прекрасным украшением для новогодней открытки. Строила домики и сейчас делаю открытку для кого-то. Помимо открыток, ребята дружно разукрашивали керамические фигурки и делали яркие аппликации. Это елочка, это тоже елочка. Мы выклеили их, а это Дед Мороз. Я хочу подарить Деду Морозу дедушке, а это маме. А еще весело бегали в игровых залах, пробирались сквозь лабиринт, сбирались на стенку для альпинизма и катались на качелях. И, конечно же, играли с обитателями оранжереи, с экзотическими животными и птицами. Здесь дружно гладили улиток, любовались яркими птицами из жарких стран, жителями муравьиной фермы и не только. Но больше всего детям понравились пушистые кролики. Зайчики погладил. Сейчас только что. Ребята участвовали и в увлекательной программе с аниматорами детского центра «Кадор Kids» и строили замки. Бегали, прыгали, сигрались. И, хорошо проиграли. Чудесно. Тут мне понравилось. Я бы тут даже бы осталась. Воспитатели тоже довольны. Мы благодарны акции и благодарны Днану Ивану за эту акцию. Дети участвуют наши в этой акции. Они довольны ею, веселые. Им понравилось, у них загорелись сразу глаза, и они, когда увидели столько всего тут разное, они строили там, пытались, прыгали, бегали. Каждый ребенок получил свой подарок. А еще «Красное сердце», подписанное участниками акции. В них пожелания от одесситов, которые решили сделать подарок детям, лишенным родительской опеки. Это куклы, машинки, пазлы, конструкторы и не только. Их в торговом центре «Кадор» совершенно бесплатно упаковывали для специальных гостей новогоднего утренника в «Кадор Kids». Это еще не все. Организаторы акции вместе с одесситами сумели собрать подарки и для тех, кто не смог приехать на праздник. Эти яркие подарки воспитатели передадут другим ребятам из приюта «Светанок». Спасибо за прием теплый, очень такой хороший, замечательный, детям все понравилось. Так что спасибо большое. Это не первая благотворительная акция, которая проходит в стенах торгового центра «Кадор». К нам часто приходят дети из подобных учреждений, и я просто, мне кажется, благотворительность – это не то, о чем нужно говорить вслух, но я рада осознавать, что «Кадор Групп» и мы, как часть «Кадор Групп», имеем такую возможность, и имеем силы, энергию, средства, и тут самое главное, мы имеем большое желание радовать наших детей и приносить им счастье. Организаторы акции очень благодарны всем одесситам, которые откликнулись и решили подарить этим детям хоть немного тепла. Особенно в такой светлый праздник. С наступающим Новым годом поздравляют и Екатерина Лапицкая, Никита Кричко и весь 7-й канал.